собираю инструмент. Вот главное, инструмент вот этот для сантехники. Потому что я в прошлом году устанавливал новый унитаз. И сегодня позвонили, что вода откуда-то сочится или бежит, непонятно. Но мне надо посмотреть и разобраться, что к чему. Вот смотрю, какие инструменты мне нужны. Ну, в принципе, и все. Вот еще бы другой чемоданчик взять с автомобиля, который находится в багажнике. Вот его бы надо взять. Там ключи. Ну, и этот ключ пойдет. Ну, вроде бы все приготовил. В общем, собираюсь и... Да, вот еще вот это обязательно нужно взять. На улице холодно. И в путь. Снега нынче очень много. За одну ночь навалило. Так что приходится всем выходить и очищать подъезд возле своего гаража, у своего дома. А я иду с корзиной на работу. Пришел в квартиру вот с этими инструментами, а хозяйка сказала, что бежит с этого бачка. Если вода набирается, и постоянно бежит и бежит. Вот это и была проблема. Сейчас буду снимать эту крышку и смотреть, почему все-таки вода бежит. Если присмотреться, да, вот здесь вот ручеек, вот он на пальце, вот смотрите. Постоянно вода. Она капала даже. И это постоянно у всех бывает с этими унитазами. Вдруг эта вода появляется и постоянно на нервы. На нервы хозяйки. Вот хозяйка постоянно вызывает. Я сейчас буду откручивать и смотреть. Да. На работу ухожу, а я сколько натечет целый день. Да, если счетчик стоит. Да. Счетчик где-то у тебя там стоит, я помню. Ладно бы счетчика не было, то я, наверное, говорю. Целый день-то куда ты уходишь, куда ты уезжаешь, и чего? Буду перекрывать. Нет, говорю, пока. Так, подтекание. Ну, вроде бы тут все нормально. А подтекание все-таки происходит. Вот я шевелю. Подтекание вот в этой резинке. Сейчас я буду смотреть проблему. Угу. Вот здесь. Я буду снимать. Так, отключу. Сейчас буду смотреть. Вот смотри, я снимаю. А такой надо было купить, да, нам, чтобы немножко по маленьким сходить, да? Ищу причину, почему здесь подтекание через эту резинку. Вот как это произошло? Почему произошло это подтекание? Вот буду сейчас думать. Хозяйка смеется. Ну, это понятно. Это не влияет на это. Это вот перетекание идет, когда вода набирается. Это для перетекания. Можно приподнять выше, можно меньше. Это понятно. То есть туда уменьшить. Фу, вроде бы тут все нормально. Ну, только вот это вот движение прям сильное. А если есть качение, то и здесь вот качается. И качается где-то вот, вот там вот, вот здесь качается. То есть ось вот так. То есть ось получается здесь, а качение вот так получается на этой оси. Сейчас я разберусь, в чем причина. Ну, как разберусь, так и потом и покажу. Вот смотрите, вот такая вот штуковина пластмассовая установлена здесь, а там внутри, вот смотрите, она, ну вот такой вот стаканчик, если вот так вот прыгнуть, и если бы его отпускать вниз, то он отпускается и доходит до вот этого вот ребра жесткости, а здесь этих ребер жесткости нету, то есть отпускаясь таким вот образом, он качается вот в разные стороны, только вот в этих, вот в этом положении.
держится только на этих ребрах жесткости. И вот, вот это идет качение. То есть идет качение, и то есть происходит вот это качение и по вертикали вот этой вот трубочки. И чтобы мне, тут вообще зазоров никаких нету, вот для вот этой вот резинки и для вот этой рамки, тут никаких зазоров нету, ну что-нибудь я придумаю, а придумал я вот что сделать. Я сейчас вот вам расскажу. Вот сюда создать какую-то тяжесть, усилие, то есть создать. То есть вот таким вот образом можно сделать, заткнув таким вот образом. То есть перелив все-таки будет, но станет намного тяжелее. То есть я нашел вот эту вот запчасть. Либо какой-нибудь гвоздь вон туда вот затолкать, отрезать, и будет создавать тяжесть прямо на вот эту вот резинку. И эта резинка будет прижиматься, и пусть вот это вот отклонение будет происходить, потому что вода, когда набирается, в воде все предметы становятся немножко легче. А я таким вот образом, создав тяжесть, ну, естественно, этот гвоздь отпилю, вода все-таки будет проходить по-любому, но он ржавый, этот гвоздь потом будет. Это не будет очень, не очень хорошо. И таким вот образом у тебя будет прижиматься. Но это проверим. Это самый-самый такой вот способ я нашел для твоей арматуры. Потому что я тут ничего не придумал лучше, чем как создать вот эту вот тяжесть. Ну, сейчас эту арматуру буду собирать. То есть у меня все здесь установлено. Но это не влияет ни на что. Теперь нужно будет установить. Я как помню, там, по-моему, 9 литров было. Так, оттягивай туда, сюда. А здесь есть цифры, вот она 9. Вот мне вот до этой цифры нужно все затолкать. Вот я буду толкать потихонечку. Еще надо. Вроде бы и все. Ну там посмотрю. Получается, как теперь мне нужно сделать. Вот смотрите, я отвесно. То есть упор. И здесь. Здесь. Посмотрите, все соединено вот с этой вот кнопкой. Если кнопка вот эта вот будет закручиваться, то у кнопки должен какой-то быть зазор, что ли. Сейчас я посмотрю, как это будет. То есть вот так в отвесном положении. Слегка рамку слегка приподниму вот таким вот образом. То есть приподнял слегка, чтобы не зависало тут ничего. Все, теперь буду смотреть, как все это будет. Это я как помню. А сейчас, конечно, произойдут изменения, возможно. Сейчас посмотрю. Хлопок раздается, вроде бы нормально. Ну, посмотрите. Вроде отрегулировал все хорошо. Для этой кнопки все получилось замечательно. Но я устройство-то делаю каким вот образом. Я для чего пришел? Чтобы вода не бежала. Вот мне теперь нужно туда установить, что я и говорил. То есть отверстие есть, вода, если будет переходить, она все-таки... Вдруг авария какая-то будет. Вода через этот перелив. Ну не знаю, сейчас что будет, я даже не знаю. Мне кажется, даже лучше будет. Так, без крышки. Включаю. Открываю. Вода вроде бы не бежит. Вот смотрите, вода уже не бежит. Это уже плюс. Надо закрутить. И отрегулировать подъем воды. Вот это мне нужно. Вода не бежит. Если вот так вот поставить палец, теперь вода не набирается. Потому что все-таки тяжесть произошла.
регулировать подъем воды, естественно, вот этот вот колпачок синий, он поднимается, 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 и этот колпачок, и вот эту вот втулку, откручивая вот эту вот черную гайку, можно приподнять выше, то есть набрать воды больше за счет вот этого плавка. И вот наблюдаю. Ну, как было, так и осталось. Теперь я нажимаю. Вот нажимаю, а закрывается намного быстрее. То есть тяжесть этой втулки стала тяжелее. И вот я нажимаю, она сразу хлопает туда, просто хлопает и закрывается резинкой отверстие. И теперь, если бы я... Вот она бежит, вот она бежит. Еще бежит, стекает, то есть там слюнки. Сейчас посмотрим, что я сделал, получилось или нет. Это просто интересно. Вот еще набирается. Вот все. Вода уходит вот с этой лунки. И все, вода не бежит. Это вот подтеки вот эти вот остались, вот отсюда идут. Ну все, посмотри, как интересно получилось. Все, вода не бежит у тебя. Ну если будет опять бежать, мне позвонишь. Я сейчас... Ну получилось замечательно. Вот честно, больше ничего не придумаешь. Сейчас посмотрим, как кнопка будет. Но кнопка срабатывает мгновенно. Это вообще кошмары. То есть резко раз. Мне главное с кнопкой надо посмотреть. Сейчас вода там сбежится, отсюда сбежит. И можно посмотреть. Вода, это на стенках вода, оставшаяся вода, она как бы еще вниз, вот капельки вот эти вот. Ну все, вода не набирается. Мне это не тяжело протереть. Вот и все. Иду с работы с такими подарками.